Короче, буквально за пару минут мы забежали на огроменную высоту. Надо будет потом спросить, на сколько метров над уровнем моря мы поднялись. Но, как обычно, после бессонной ночи, бермудерного утра, но в этот раз мы хоть умылись и покушали. Сейчас все вытрясем, весь завтрак. Но тут реально красиво. Тут не такая красота, как в Адыгее. Она другая. Вообще, каждый раз, в каждом новом месте горы совсем другие. И не Абхазия. Это какое-то новое место вообще для меня. Шишечки. Шишечек возьмем домой. Пару штучков. Ой.